Так, еще один вариант конструкции, значит, мотосамоката моего. На этот раз я немножко пересмотрел ее. И первое, что я сделал, это провел тросик газа, значит, в нишу, получается, для того, чтобы он был немножко хотя бы соосен тяги газа. И вот он позволяет теперь на всю его выжимать. Вот смотрите. Далее я убрал два газовых амортизатора, они сейчас не нужны. И увеличил жесткость, получается, вот этой оси через вот эту трубу. И убрал амортизатор, так как он терся о вот эту тягу. Пока так. И цепь взял новую с усилием на растяжение 1,5 тонны. В процессе ходовых испытаний я разогнался как следует, услышал чпоньк, вот, думал, цепь оборвалась, но оказалось, оборвалась вот эта вот звездочка ведущая, видите. Ну и не мудрено, она достаточно тонкая в сечении. Как странно, что ее раньше не порвало, я думаю, ее раньше порвет, но она стойко держалась, сколько я на ней ездил. Вот, но у меня есть вот такая звезда. Естественно, крутящий момент на нее будет хуже, но она значительно сильнее. Сейчас попробуем ее поставить и посмотрим. В общем, с этой звездочкой сейчас я испытывал. Вроде уже, ну, видите, чуть кипит. Двигатель очень нагревается, потому что крутящий момент маленький получается, и ему очень напряжно работать, то есть он не разгоняется толком. Да, звездочка — это было оптимальное решение. Вот единственное, которое решение может быть, это немножко увеличить ту звездочку, чтобы у нее сечение было побольше и ее не рвало. Вот, и увеличить зубья вот этой звездочки, потому что вот эту звездочку уже некуда увеличивать, и тогда ему будет легко крутить. Вот, а пока я боюсь, эта конструкция себя изжила. Ну вот, единственное, еще такую конструкцию, да, необходимо делать с обгонной муфтой. С одной стороны, когда ты бросаешь газ, и вся эта система себя тормозит, это хорошо, особо тормоз не нужен. Хватает торможения вот этим приводом всем, и ногой можно подтормозить. С другой стороны, когда тебе нужно двигаться накатом, да, и ты отпускаешь газ, он начинает тормозить, это не очень хорошо, приходится
постоянно держать газ. Это связано с и с шумом, и с расходом бензина будет связано. Вот. Поэтому нужна обгонная муфта. Поэтому я считаю, что пока я не изготовлю либо другие звездочки, либо как-то не переработаю привод этот, эта конструкция себя таким образом сжила. На этом, наверное, все. Вот такой расклад получается. Вот сейчас с большой звездочкой у меня стоит, да, 15 зубьев на большой звездочке. На, получается, промежуточном зене 29, на нем же 8. И на большом 51, 51 работает. То есть у нас получается 0,52 умножается на 0,16, и это все понижается до 0,08. То есть на 1000 оборотов у меня будет выдаваться 80 оборотов в минуту колеса. И этого мало. А до этого у меня стояла звездочка маленькая, 8. Получается 8,29 было и 8,51. Это было 0,28 на 0,16. И все это выходило, ну, в два раза меньше. 45 оборотов с 1000. Вот. Если мы берем, увеличиваем эту звездочку, да, маленькую, до 11, и увеличиваем автоматически до 35 ее парную звезду, это получается 0,31. Нас это не устраивает. 11 делим 39. 0,28. То есть мы получаем то же самое, что с 8, но нам желательно, чтобы этот коэффициент был меньше. То есть берем, если 43, вот это промежуточное колесо, получается 0,25. Умножаем на 0,16, второе передаточное, получается 0,4. То есть всего лишь на 5 тысячных меньше, чем здесь. Это на 5 оборотов только уменьшится скорость. Тоже нас не устраивает. В итоге получаем мы примерно соотношение 11 к 45. Это 0,24 на 0,16 даст нам 0,038. Ну, уже лучше. Это получается на сколько? На 70 оборотов, наверное, где-то, да? На 7 оборотов меньше. Но тем не менее, это лучше. Получается так, что, кстати, почему нечетное берется, это чтобы зубья равномерно изнашивались. Вот. Получается так, что надо брать колесо, вот это вот 45, а предыдущую звездочку это 11, получается. Соответственно, достаточно большое колесо у нас вырисовывается. Пока я не хочу этим заниматься, потому что не имею времени. Возможности даже, можно сказать, не имею. Возможно, я временно этот проект отложу и займусь внедрением бензопривода на велосипед. Там можно использовать уже имеющиеся комплектующие. А когда у меня будет возможность сделать колеса, я, соответственно, все перенесу, так как у меня ничего там не приколхожено к движку, и все должно быть нормально. Как-то так.